Про гимназии Эврика прошел первый выпускной бал. Образовательное учреждение в этом году окончили 76 школьников. С подробностями Ирина Бугрим. Эврика – уникальное образовательное учреждение. Здесь реализуется принцип преемственности между двумя этапами обучения – детским садом и начальной школы. Строительство прогимназии велось в рамках государственно-частного партнерства. Нынешние выпускники переступили порог Эврики в день ее открытия в сентябре 2017-го. Они пришли из разных школ, но стены прогимназии быстро стали для них родными. Педагог начальных классов Оксана Машкарева навсегда запомнит тот день. Всегда мои двери открыты, я всегда буду рада их видеть, дам совет. Обед обязательно обниму, потому что мы соскучимся друг с другом. Ну и, конечно, это самые дорогие, самые любимые мои детки за эти 4 года. Первый выпускной бал – новый этап в жизни вчерашних младшеклассников. Впереди у них много планов, которые обязательно нужно реализовать. Дети действительно очень талантливые, очень яркие, очень смелые. Я верю, что вы сохраните свою изюминку и дальше в школьной жизни. Где бы вы ни учились, всегда помните своих первых учителей с теплотой, с добротой. И те знания, которые вам дали, пригодились на всю вашу жизнь. Первые ученики Эврики заложили традиции, которые в учреждении будут обязательно продолжать. Именно они стали первыми победителями городских игр КВН среди младших школьников. Они же заложили первую аллею выпускников и написали гимн Эврики. Научить наших ребят дружить, научить их взаимовыручке, научить их быть честными, открытыми, любить своих друзей, любить свой город, любить свою страну. Вот мы надеемся, что именно это главное, чему мы их научили. Нам наоборот очень понравилось учиться, мы пришли с другой школы сюда и здесь, поэтому мы говорим огромное спасибо. Здесь очень хороший, отзывчивый персонал, грамотный. Они много чему научили наших детей. Выпустились, а мы с оценками хорошо. Вот. Поэтому нам есть за что сказать спасибо. Кто-то проявил себя как целеустремленный спортсмен, кто-то как интеллектуал. Вероника Ибрагимова сразу стала активисткой школы. Без нее не обходится ни одно событие про гимназии. Это просто радость, просто радость от всех мероприятий. В этой школе очень много интересных, классных мероприятий. И неважно, мы выигрывали или проигрывали, но они все были веселые, посвящены определенным темам. КВНщик, ведущий, отличник учебы Андрей Левченко тоже покидает родную Эврику. Школьник признается, никогда не забудет познавательные уроки, веселые мероприятия, лучших одноклассников и, конечно же, первую учительницу. Она добрая, всегда поможет, ответственная, очень яркая, очень артистичная, очень юмористическая. Дети, родители, учителя за 2 года стали настоящей семьей. А потому у всех на глазах слезы грусти от предстоящего расставания. Они и выпускной вечер тоже готовили все вместе. Попурри под известные композиции от детей, поздравления родителей, зажигательные танцы учителей и, конечно же, прощальный школьный вальс. Два года обучения пролетели как один миг, но эти дни наверняка останутся в памяти навсегда. Ирина Бугрим, Анатолий Шуликов, Новости Муравленко.